Знаете, что сделаем? Давайте сделаем ламинирование бровей с вами. Ну, это как, знаете, бывает ламинирование волос, ламинирование ресниц. А еще можно сделать ламинирование бровей. Ну, во-первых, что это вам даст? Во-первых, они станут более густыми, да? Более такими толстенькими. Мы их уложим в одном направлении, да, и они будут очень красиво лежать волосок к волоску. Не будут, знаете, топорщиться там в разные стороны. Вот такого вот не будет. И еще какой плюс? Также мы можем использовать оттеночный состав, и тогда они еще и покрасятся, да? Будет такой более вот темный вам, да, оттеночек. Более они будут яркими. И, кстати, цвет будет держаться, и вообще сама процедура будет где-то до 2 месяцев. Эффект от процедуры будет длиться, да, довольно долго. И вам ничего не нужно будет делать, да? В связи с этим просто иногда причесывать ваши красивые бровки. Давайте. Нет, она абсолютно безболезненна, эта процедура, конечно же. И много времени она не займет. Я думаю, что вам очень понравится эффект, моя дорогая, да. Очень. Что, давайте тогда я уберу ваши волосики в шапочку, да, сначала. Да. Так. Давайте так сейчас аккуратно. Очистить ваши бровки. Для этого у меня есть специальный ремувер. Так, ватные диски. Я смотрю, у вас есть немножечко макияжа, да, на ваших бровках. Вот этот ремувер, он убирает макияж и обезжиривает реснички. Очень вкусно пахнет. Какая-то очень приятная у него композиция. Давайте вот так вот эту бровку. Еще разок. Я воспользуюсь еще одним ватным диском, чтобы наверняка. Шикарная, шикарная, цветочная какая-то. Так. И вот так. Также
чистенький, можно приступать. Сейчас я буду ваши бровки приклеивать к коже. Для этого у меня есть специальный клей. Вот такой. Он абсолютно ничем не пахнет. Он гипоаллергенный. И он очень быстро сохнет, поэтому мне надо будет работать побыстрее. Не пахнет. Так, что я буду делать? Я буду их бровки ваши зачесывать. Да, вот так вот зачесывать, раскладывать в нужном направлении. Чтобы они были красивыми, красиво лежали. Вот так вот наверх, наверх. Нет, аллергии никакой не должно быть. Все эти вещи обычно не вызывают аллергии. И вот на моей практике вообще никогда такого не было, так что вы не бойтесь, не повыше, наверное. Очень симпатичная получилась бровка у нас вот эта. Очень симпатичная. Ну что, мы переходим ко второй бровке. Ага, сейчас мы ее тоже будем заклеивать. Сейчас немножечко так причешу. Вот так. У нас дырочка.
за дырочка, здесь прыщика не было у вас никакого. Все разложила, теперь нужно, чтобы они подсохли. Нужно, чтобы подсохли. Засохнут они будут минут 5-7. Так, а пока они сохнут, я, знаете, что сделаю? Я вот здесь вот у вас, вот на этой бровке внизу, так вот, внизу. Вот нужно их подщипать. Да. Я думаю, знаете, что пока мы с вами ждем, я возьму пинцетик и аккуратненько вот эти вот нижние волоски уберу. Нет, я думаю, что это будет не больно, но если вдруг что-то почувствуете такое больное, вы мне скажите. Я вот сейчас намочу ватную палочку, вот так легонько промокну, потому что этот клей, он очень прям быстро отходит от контакта с водой. Промокну, и вот то, что вот это вот ненужное, я все уберу. И все, и снизу нет ничего. Не больно? Не больно. Замечательно. И вот с этой стороны тоже, да?
листья маленькие такие, вот они, видимо, пенечки такие остались. Не стягивает. Для волос. Не очень такой приятный запах, но это очень важный этап. Немножко потерпите, да, я знаю, вы не очень любите какие-то просто неприятные запахи, да. Так. Сейчас открываю. Палочку. Вот так выбираю. Просто не очень люблю ватные палочки носить. Поэтому я воспользуюсь кисточкой. Я буду с кисточки забирать этот состав. И очень так плотненько наносить его на пруд. Он может немножко щипать. Особенно вот неприятно, если какая-то ранка где-то будет. Вроде там ранки нет никакой. Да? Это хорошо. Нанесли на эту бровку, теперь на эту нанесем и дальше знаете, что нам нужно будет. Пленку закрою, да, под пищевую пленку. И нужно будет так посидеть минут так 10 под этой пленкой. Не щипит? Хорошо. Ну, чтобы состав у нас подействовал. Очень обильно. Все.
Может принести вам чайку? Вы тут. Хорошо. Чай ваш. Так, поставлю сюда, да? Ну, в общем, время прошло, да, у нас. Давайте снимать. Номер один снимается у нас обычной чистенькой ватной палочкой. Очень легко и просто. Вот таким вот образом. Да, вот он. Просто волос аккуратно, чтобы наши брови. Так вот быстро. Теперь мы будем наносить состав номер два. Он такой же с пигментом, да? Красящим. Немножко прокрасит бровки. Так. Наносить. Сначала набираю на ватную палочку, затем кисточкой буду распределять, поскольку это гораздо удобнее, кстати, рекомендуют микробрашами это делать. Так, кисточкой мне. Ничем не пахнет. Что очень нехорошо. Так вот тоже просто по нашей укладке. Красочкой пропиталась. Этот состав мы будем ждать минуток 5. И потом также ватной палочкой уберем.
уже не надо ничем закрывать. Вы уже к Новому году готовы? Все в раздумьях? А чего вы так? Уже ж совсем скоро. Смотрите. Дело. Ходите к нам на новогодний какой-нибудь, не знаю, стрижечку, может, или макияжик. Если будет у вас настроение, у нас будут, наверное, даже скидки какие-нибудь, я так думаю. Придете? Чего-нибудь интересненькое сделаем. Хотя бы просто для себя. Может быть, у нас даже какие-нибудь розыгрыши будут. Разыгрывали на Новый год. Так. Вкусный чай. Ну что, время вышло у нас, да? Сейчас тогда мы наносим третий состав. Вот так вот. И этим составчиком мы уберем и клей, и краску. И второй состав все вместе. Сейчас он как раз подсох. Вот этот составчик жидкий. Удобно будет наносить просто палочкой. Так он прям растекается. Так. И сейчас чистой ватной палочкой мы его будем вот так вот убирать потихоньку. Он будет убирать клей, вот так как бы отсложивать его.
вижу, прокрасились хорошо, так стали такие мягкие, шелковистые. Лежат, да, хорошо так, ровненько, не будет с ними никаких проблем, знаете. Это замечательно. Немножко. Все. Сейчас вот так затяжем, да, вот здесь. И пойдем смотреться в зеркало. Я думаю, вам очень понравится. Все. Можно идти. Ну, где-то 24 часа. Мочить нельзя, тереть тоже не рекомендуется. Так что смотрите.